машины начинают выстраиваться, мы идем на старт, дрон со мной, Аня со мной в качестве оператора. Вчерашний день не прошел бесследно, и сегодня я как бы одет довольно странно. А все потому, что я вчера сгорел на солнце. У меня же еще сгорела шея и голова. Поэтому у меня есть еще одна брендовая футболка. Одна здесь, другая на голове. Все, и так я сегодня буду ходить целый день, как араб. Защищаюсь от солнца и пиарил Агранж одновременно. Здравствуйте, братан. Это второй день фестиваля Trackfest. И сегодня будут гонки. Стопудово. Главное, чтобы дождя не было. Блин, у меня уже даже объектив в каплях. Пол одиннадцатого времени у нас, собственно, пошел такой вот ожидаемый дождь, который мы вчера ждали весь день, и он не пришел, а сегодня он, собака, пришел. И Стас говорит, что есть вероятность того, что заезда не будет, если будет идти прям сильный ливень. Я очень надеюсь, что дождь пройдет и все нормально будет. Надо посмотреть, что у нас там. В 12.00 написано грузование, соревнования по грузовому дрэк-рейсингу. 12 дождь, 13 дождь, 14 дождь, 15 дождь. 16, нет дождя, 17, дождь, 18, дождь. Я, получается, зря от солнца прячусь-то. Лучше бы дождь был вчера. В принципе, дождь-то как бы не особо и сильный. Он так немножко капает. Я вот даже сейчас типа на улице, на открытом воздухе с камерой. И, ну, он явно ей не повредит. Ну, то есть он прям такой небольшой. Но его достаточно для того, чтобы асфальт весь был мокрым. И это отстойно для стартов. Ну, что ж, первые гонки Лагранжа будут сразу экстремальными. И, кстати, если дождь не будет сильнее, чем сейчас, в принципе, можно даже на дроне взлететь. По идее, такой дождь не должен ему повредить. Ань, как твое настроение? Поделись, пожалуйста. Предвкушаю гонку. Жаль, что погода испортилась. А ты не предвкушаешь, что она может обломаться? Ну, я созванивалась с организаторами. Они сказали, что да, дождь вообще это проблема. А что Стас сказал? Дождь это вообще помеха гонки? Ну, он сказал, что типа машину может занести, и это очень хреново. Ну, потому что можно уехать куда-нибудь в заборчик, в бордюрчик. И повредить, а повредить-то совсем не хочется. Стас, пилотировать же ты будешь, все, ну, правильно? Да. Дождь закончился где-то минут 20 назад, сейчас вообще не капает. И Аня мне написала сообщение, что организаторы сказали, что гонка начнется через час после того, как закончится дождь. И я сейчас иду в сторону старта поискать Аню. Времени 14 минут первого. То есть, по идее, гонка уже 15 минут как должна идти. 14. А вот и Лагранж. Привет. Здорово. Привет. Наташа. Здрасте, здрасте. Здорово. Здорово. Как вам тут? Нормально? Мы только приехали. Сейчас уже вот-вот, через полчасика все где начнется. Где наши машины? Почему мы видим его вот там? Стас уехал. Что, работать поехал? Надеюсь, нет. Наши сотрудники офисные начали прибывать. Они тоже хотят посмотреть гонку. А вот еще, кстати, двое. Хай. Привет. Как оно? Все хорошо. Отлично. А где все? Ну вот, наш шатер белый стоит. Где-то там. Я все обошел Аню. Естественно, я не нашел. Вероятность этого была очень невелика. Она сейчас все равно придет в шатер. И, кстати, снимать с земли на эту камеру будет она. А я буду летать. У нас других вариантов нету. Привет. Привет. Где машина? Машина уехала со Стасом. Они там ограничения снимают. Лагранж все прибывает и прибывает. Ну что, ребят, как ваши прогнозы? Мы их всех сделаем или нет? Конечно.
Догоним и еще раз сделаем. Сейчас машину доделает, гайки докрутит, и все нормально. А он там ограничения снимает. Я знаю. Скажи, пожалуйста, в двух словах, что там, какая информация по гонке? Ну, дождь нарушил наши планы, сказали, что начинать можно только через час после полного завершения дождя. Так. Я думаю, он уже на исходе, этот час. Минут через 20, наверное, что-то начнется. То есть нам с тобой минут через 10 нужно идти к старту с дроном и камерой? Ну, я думаю, что мне Олег сообщит, я с ним на связи по этому поводу. Ух, я думаю, у Олега на связи столько людей сейчас, это просто капец. Да. Ну, я хожу, периодически его вижу, спрашиваю, как там. Говорит, ждите. Ладно, все. Мы уже почти, сейчас да, будет гонка. Старте. А, классно, сейчас гонка будет. Ограничения сняли? Нет. 135? Машины начинают выстраиваться. Мы идем на старт. Дрон со мной, Аня со мной в качестве оператора. Кстати, слушай, это первый раз, когда меня кто-то снимает вообще для YouTube роликов. Да. Всегда я сам это делаю. Погнали. Ни в коем случае не заходим видео. Вот это. Хорошо. Ни в коем случае. Мы готовы лететь. Супер, мисс. Но я что-то не вижу, чтобы они были готовы ехать. Все стоит. Это мы, Ань. Я же даже переживаю что-то немножко. Да, я тоже. Этот заезд мы просрали. Супер! Нормально, Стас! А нет, трактор вне конкуренции вообще. Да, трактор огонь. Не, этот заезд мы тоже проиграли. По-моему, на чуть-чуть вообще он, да, там он немножко. Так ускорился.
этот трактор проигрывает. Ман его догнал на финиш. Расстроено, видела лицо? Стасян, не расстраивайся. Ну что, мы первый раз участвуем в гонке. На следующий год мы подготовимся вообще по-жесткому. И всех тут выиграем. Все, 2-2. Что там, скорость написали? 101. 101,55. У нас это типа ограничение по скорости на машине 135 километров. И вот это ограничение Стас хотел отвязать перед гонкой, да. Потому что он думал, что не хватит. Он хотел перенести на 160. А тут как бы не сильно за 100 машины гоняют. Да. А не удалось перенести за 160? Нет. Гонка закончилась, но мы пока что понятия не имеем, заняли мы какое-нибудь призовое место или нет. Сейчас все машины уехали в том направлении колонной, ну, типа, видимо, покрасоваться, типа, круг почета, они сейчас едут обратно все. И я надеюсь, мы сейчас узнаем, что мы вообще заняли, не заняли, ну, хотя бы третье. Кстати, тут сильно прям похолодало, сейчас, наверное, градусов 14, да? Ветер холодный. Мне, в принципе, норм. Я родом с севера, но все замерзли. Ты замерзла? Я очень замерзла. Севером. Все, они сейчас подъезжают, и мы узнаем, где мы, на каком мы месте. Мы точно не последние, стопудово. Два из четырех заездов мы выиграли. Поздравили Анаприенко Станислава. Ни много ни мало с третьим местом. Аплодисменты, друзья. Поздравляем с третьим местом. Третий результат, Анаприенко Станислав. Очень интересно. Стас, ну короче, во-первых, поздравляю. Первый опыт. Спасибо. И сразу третье место, это же огонь. Ну ты рад вообще сам? Ну, я особо не рад, потому что я понял на самом деле тот объем работы, который был проделан, но его недостаточно для того, чтобы заработать первое место. То есть нужно еще подготовиться быть в следующем году? Я не учел некоторые моменты. Одним из принципиальных моментов было то, что я хотел именно КамАЗ на автомате. То есть если бы КамАЗ был на механике, то победить было бы гораздо легче. Но так как эта машина нашей компании штатно, и я хотел именно использовать Астроник. Ну и соответственно в моменты переключения передач, то есть машина-то не рассчитана на спорт, и соответственно тахометр положить там до 2000 она не дает. Ага. И крутит там 1700 и переключает. И я постоянно приходилось балансировать между ручным и автоматическим режимом переключения, да. Но в этот момент происходили паузы в 2-3 секунды, которые мне не давали подхватывать с предыдущей передачи. Ну и, соответственно, понятно, делается вывод, что автомат не для гонок, но, тем не менее, определенных результатов можно добиться. Не, ну скажем так, то, что автомат не для гонок, ты и так знал до начала гонок. Нет, ну если взять автомат Volvo, то почему нет? Либо Traxxon новый. Не, ну конкретно этот ты же... Конкретно этот, да. Да, ты знал, да, что он, в принципе, не для гонок, но была цель, ну, именно была, вот попробовать. Была цель, чтобы, да, минимальный бюджет, коробка, автомат, и как бы и поехали. Машина прошла 209 тысяч под самосвал. Ну, смотри, ты мне за кадром как-то сказал, то ли сегодня, то ли вчера, ты сказал, в тройку мы войдем по-любому. Мы вошли в тройку, красавчик. Ну, это, да, я преследовал цель, конечно, занять какое-то из призовых мест, но, честно, я не удовлетворен собственным результатом. Как я тебя понимаю? Ну, и это
понял урок для меня. Слушай, ну, короче, как бы там ни было, очень круто, что мы в этом во всем приняли участие. Согласен. Я еще раз поздравляю тебя с третьим местом. Вы и ты вместе с командой парней, которые все это готовили, вообще красавцы. Я очень рад. Парням это победа общая, это командная победа. И за кадром осталось очень много там. И Паша, и Саня, и Максим, и Оксана до ночи с нами проводила время, то есть все это... Все участвовали, там, все Макс, работали. Да, ну, вся команда участвовала, им огромное спасибо, потому что это их победа. Все, давай, Стас, спасибо большое. Все. Третье место, ну клево, участвуем впервые и сразу третье место. Я пока летал на дроне за машинами, я очень сильно переживал за Стаса каждый раз. А Стас, ну я его понимаю, он очень сильно расстроился из-за того, что место только третье, он же, конечно, рассчитывал получше, повыше забраться, но тем не менее. Стас, все норм, все норм, все, на сегодня все, дождь пошел, снимать тут больше что-то нереально, люди разбегаются. На сегодня это все. А, да, собственно, как обычно, если ты водитель с открытой категорией Е, ищешь, куда устроиться работать, чтобы кататься на тягаче и что-нибудь возить, конечно же, рассмотри Лагранж. Ну, хотя бы позвони в отдел по подбору водителей, задаем все вопросы, которые вот тебя интересуют в вакансии водителя в нашей компании. Они тебе все подробно ответят, и велика вероятность, что тебя все устроит, тебе все понравится. Поэтому ждем тебя. Пиши, звони. На сегодня это все. До свидания, братан.